За рулем пригородного автобуса Михаил Урчугин больше 40 лет. Маршрут Самара-Клявлина стал для него родным, как и некоторые пассажиры, за безопасное перемещение которых он отвечает. Правила дорожного движения опытный водитель соблюдает, а к профилактическим мероприятиям относится с пониманием. Все время проводит, проверяет, ничего особенного нету в этом. Положено, значит положено, никто не возмущается. Сотрудники ГИБДД смотрят показания тахографов, проверяют техническое состояние автобусов и контролируют, как организован отдых водителей между рейсами. Вообще у нас 8-часовой рабочий день. Вот, водитель в пути следования, допустим, находится 4 часа. После этого он должен остановиться на отдых, отдохнуть минимум час и продолжить движение. Все зависит от дальности маршрута. Вот. Но отдыхать в любом случае тоже в обязательном порядке. Водители за рулем, которые перевозят людей, то есть у них двойная ответственность. У них люди перед транспортным средством и люди в салоне. И поэтому очень важно, чтобы был и отдых, потому что, знаете, как вот люди торопятся, не жалеют себя, самоуверены в своих силах. Но физиологию никто не отменяет, и поэтому вот эти вот моменты просто мы напоминаем, чтобы очень важно вот эти вещи, когда не влияли на опасность. Среди нарушений, которые чаще всего выявляют сотрудники ГИБДД в работе водителей общественного транспорта, выключенные фары и использование телефона за рулем. Сейчас перевозка пассажиров организована по 76 внутригородским муниципальным маршрутам, а также 45 пригородным. С начала года в Самаре зарегистрировали 47 ДТП с участием водителей автобусов. Мария Илчан, Григорий Плешаков. События.